31 декабря 1913 года в прачечной мастерской, помещающейся на Вознесенской улице, от неизвестных причин вспыхнул пожар, который вскоре удалось прекратить. Убытки от пожара незначительные, а мы с вами возвращаемся на 110 лет и гуляем по одной из самых старинных самарских улиц, которые в советское время превратилась в улицу Степана Разина. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».